Вчера, 21 ноября, был День памяти собора архистратега Божия Михаила всех небесных сил бесплотных. Можно сказать, у всех был День ангела, потому что среди всех небесных сил бесплотных День ангела. Но все-таки это видео немножко о суеверии, потому что вот любят у нас люди вот что-то такое вот. В общем, в чем суть суеверия? Я первый раз с этим столкнулся. Говорят, что в этот день краешками перьев ангелы вытаскивают из ада людей и переводят их в рай. Это суеверие, это неправда. Объясняю как минимум почему. Если вспомним, до воскресения Христова Господь рассказывал притчу о богаче и Лазаре, что даже лоно Авраама, которое находилось в аду, из которого люди потом пошли по воскресению Христова в рай, между ними в аду была такая пропасть, которую нельзя было преодолеть. Тем паче, пока не будет второго пришествия Господа, никто никуда не перейдет. Только лишь наши молитвы, обращенные к Господу, могут облегчить страдания наших близких сродников, за кого мы молимся. Но никто никуда не перейдет. Храни Господь вас. Аминь.